Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот китайский скутер 80 кубиков. Скутер прошел предпродажную подготовку, так сказать. Были заменены все нуждающиеся замене агрегаты. А это у нас практически поменялся весь скутер, так скажем. Значит, была заменена проводка, были заменены грипсы, ручки, тормозная машинка, пульты управления. Также у нас была заменена проводка, полностью стоит новая, стоит новый стартер, стоит новый бендекс, стоит новый ремень. Стоят новые ролики. Также была заменена в баке, вернее, в баке тут заменен датчик топлива. Так, что еще? Еще поменяли свечку, поставили НЖКшную новую. Также, что у нас заменено масло, как всегда, залито свежее. Тормозная жидкость полностью заменена на свежую, так как менялась гидравлическая ручка у нас. Так, про пульты я уже говорил. В общем, поменялся практически весь скутер. Также был обновлен пластик, где-то заменен, где-то поперекрашен. В общем, кому интересен вот такой вот скутер, 60 свои едет, жду у себя на тест-драйв.